Привет, Никиси. Мы тут с девочками разговариваем. Только они длинные что-то. Да. Тян тут классно нарисовано, не спорю. Однако. Это все прекрасно, но мне где-то монеток заработать. Привет, Смог. Ага, нам наверх надо. Окей. Что, опять уведомление в прошлое? Это нормально. Мне просто лень ковырять. Честно. Нам, таймлордам, такие мелочи не кажутся значимыми. Ну, типа того. Мне кажется, за 2-3 месяца из гильды не выперли. Хорошая гильда, значит. Ну, без сарказма. Сразу никто, а? Блин, где эти МГПшки-то набираются? Ну, не совсем бордель, но костюмчики классные. Называемая ярмарка Мандервилля. И это не ругательство, это имя хозяина. Или Мандевилля. Ну, собственно, мягче от этого не становится. Развлекательная вечериночка, скажем так. А еще я как-то сделал себе прозрачным рад-чат, и теперь не знаю, как это вернуть обратно. Ну да ладно. В принципе, я думаю, чат не обязателен. Привет, Сэм. Ну слушай, что значит упороться? Я в трипл триады современные хочу поиграть, а? Все равно фри доступ, почему не побегать? Он рекан лолями упарывается, а мне он, финалочка нравится. Блин, везде нужны монетки, где их взять? Ну, сэр, ну у меня есть баночка на смену поля, но мне как-то мой персонаж нравится. Тут тян и так дофига.
Я не знаю, Никейси. Я хочу разобраться, как, собственно, заработать пару монеток и поиграть хотя бы в трипл триады. Или погонять на Чокобо. Кто? Простите. Ну блин. Я что, на Лалафеля похож на ящики сыгать? Ну понятно, мне сначала, я так понимаю, надо пробежаться по всем, о боже мой. Эти любители упоротого гладиаторского сета. Ну блин, а? Чем тебе очки не нравятся? Классные очки. Я могу, конечно, в боевой сет одеться, но это будет как-то нерлиплейненько. Вот так лучше? Вот так вот, вот так вот по-твоему лучше? Можно еще это, кастрюлю открыть. Тут ведро с задвижкой. Да ну тебя? Где мой костюмчик? А, кстати, это итерит надо привязать. Да, есть немного, согласен. Так, блин, джойстик, это клава. Боже мой. О. Да стой ты, блин! Во. Чушь какая-то. А, тут происходит свободный вход на выходных, собственно. Ну, не на выходных, на несколько дней, в честь овер дофига подписчиков игры. И в игру ввели, собственно, развлекательный типа центр. Ну, лунная ярмарка, вов, из того же разряда. Здесь можно в картишки перекинуться, блин, в мини-игры поиграть, на Чокобо погонять. Но у меня пока, как бы, экскурсируют, и потому я не могу нифига делать. Пока не закончу экскурсию. О боже мой, какой костюм. Вот ты говоришь, что мой персонаж странный, да? Он мне напоминает из пятого элемента негра, честное слово. Хотя, может, это спецом сделали. Не знаю. Мой персонаж нормальный, Церн. Что не так? Ну, а то ты у нас пример адекватности. Так, дайте мне монеты разменять, а, свиньи. И тут хренотавры стоят со своими пиками светящимися. Лишь бы пикой посветить, а? О, прикольный мечик. Что за моделька? Blood Sword? Интересно, где такая берется?
Ну, на Европе довольно много, и в России тоже. Тут все-таки данжики и прочая мутатня тоже есть. Здесь же не только вот это вот. Джамба как пот. Так, Gold Soil Series, Gold Soul Series. Блин, а расписать? А, нет. Как подборд. Просто я подозреваю, что после двух месяцев перерыва как-то в данжике мне, ну, не очень классно идти. Особенно учитывая, что я танк. Хотя можно, конечно, нубским хилоспеком побегать, поржать, но... Мне сейчас интереснее открыть себе трипл триады. Все-таки ради этого в игру зашел. Данжам уже набегался в свое время. Ты еще мой лоу-левельный костюм не видел. Где он у меня? Во! Зашибись, да? Ну прям мачо. Вообще. Вообще мачо. Зашибись, да? Да, окей, а то было непонятно. Блин. И где тут это? Билетики. А-а-а-а. Не понимать. Я не хочу читать квесты. Дайте мне билетиков. Так. Ну, она довольно фановая, хотя в чем проблема до рейдов? Она слишком изи, а на рейдах, ну, а на рейдах как обычно. О, ты еще в Ульдахе танцующих кошек не видела тогда. Раз тебе удивляет физика ушей. О, тут еще упоротая шапка есть. Интересно, она у меня с собой, нет? Нет, наверное, на склад положил. Ну и фиг с ней. В виде овцы, которая дергается как желе. Вот как мой заячий шлем, только с овцой пушистой. Что значит Вик? Да вы офигели. Это лучше, это ММО JRPG. Меня где-то на Йо. Да, постоянно. Только недавно вот вышел патчик. Притом, как сказать, вот это не главное, вот то, что я сейчас бегаю, то есть развлекалово.
Там данжи добавили до этого. Там еще один мини-рейд, если я не ошибаюсь. О, мне дали монетки. Да, у меня официалка стимовская. Апс. Пацаны, я нашел, где можно пофармить монетки. Вообще около 300 в месяц, но сейчас свободный вход стоит, я месяц или два не заходил. Соло геймы играл. Ну, кстати, после мутатни с долларом я еще не проверял, может, подороже стало. Ну, я хотя бы на пару трипл триад сейчас наберу. Блин. Да ё-моё, пацаны, я лузер. Я монетки просираю, не зарабатываю. А собственно, для фанатов-то тут тоже вся эта джигурда и делается, в общем. Развлекалово и прочее. Тут даже крафт прикольный. Поиск сокровищ по сборам есть. Карты выбиваешь. Так. Привяжем здесь эфирит. И пойдем поиграем в трипл триады. Так, я тут должен быть эфирит, я точно знаю. Где ты? Эфирит! Эфирит! Ты где? А, понятно. Ну, достаточно такие, то есть, допустим, есть 4 основных региона, та же Ланоска, Блэк Шрауд, вот это каждая, это локация, то есть, пофаниться, побегать квесты, походить по данжикам, довольно забавно, а там, может быть, даже на рейды развезет, ну, там конста нужна из 8 человек на рейд, потому мне лень. Конечно, можно через Duty Finder походить, но вероятность, что ты там что-то завалишь через Duty Finder, крайне мала. Ну, из актуального контента. Только если старый ололо рейд какой-нибудь сбегать. Да, квесты нормальные. Тут у каждого класса идет сторик, у каждой профессии. Сюжеточка везде, все дела. Ну, это финалка. Единственное, что тебе в первую игру надо будет проходить всю сюжетку, чтобы открыть весь контент. Но, с другой стороны, она тоже довольно интересная и в духе финалки. Амигу еще не открыли, ультима только. А ультима так, сюжетный в основном. И не сильно сложный рейд. Рыболовство есть, но я его не качал.
Пацаны, я должен это сделать погромче, просто. Так, что у него? 2-2-2-7. Это его ход был. Из восьмой, это трипл триады. В восьмой части, помнишь, как карты были, если играл? Карта с приганом. На самом деле фанаты почему-то больше любят трипл триады из восьмой, по крайней мере зарубежные. Потому что там на самом деле гораздо больше контента было, но карты не менялись. А в девятой нужно было карты качать, там немножко другая система. Мне тоже Тетрамастер больше нравится. Так. Колода, колода, колода. Что там за карту дали? Спригана. Ну, неплохо. А у меня что? Хуже есть. 4-3-3. 2-3-4-4. Но пока не надо. А ну-ка. Ну, пока без мозгов этот. А, тут пиратский город есть полный. Лимса Ламиноса, тот который. All open. Окей. Блин. У него... Демон Вол есть, и это мне не нравится. Тут и просрать можно. Полуголые Тян в основном все-таки в Ульдахе, в пустынном городе всяких там шейхов. Ну хорошо, бот что поддается, уже радует. Но он еще может выиграть, по идее. А, свинья. Ну хоть. Так, вернемся к той тяне и немножко карт выиграем, я думаю, если можно. Да-да-да-да, я понял, что ты ходишь первый. Давай. А, потому что я только начал. Ну, карты простые, правила простые. На картах есть значения по краям. Это базовые правила. И, собственно, по этим значениям определяется, какую карту кроет.
но также есть расширенные всякие правила, типа All Open, Combo. Но это все надо объяснять на примере. Не совсем просто. Реверсы. То есть, кроме стандартных правил, есть еще куча дополнительных. Еще одна сприган карта, ну окей. Да, только начал играть именно в триады. Они только 25 февраля ввелись в игру, потому, собственно, ну да, 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 не надо мне каждый раз объяснять. А так как у меня подписки не было, я, собственно, до этого в игру не заходил. Что, каждый раз одинаково ходит? Сомнительно, конечно. Ну, монеток наберу, потом будем с другими противниками играть. А, ну то есть она рандомно дает дополнительные призы. Окей. Вот, собственно, All Open — это правило, то, что ты видишь карты противника. Вот она сейчас идет, дополнительная. Интересно, он реально каждый раз по одинаковому ходит. Прям хоть на макросе фарме. Русские есть, да. Я в русской гильдии состою. Ну тут большинство уже подкачанные, то есть. Но поиграть можно. Вполне. И даже помогают с квестами, и вообще, как говорится, если, конечно, постоянно на шею не пытаться сесть. Так, у этой что? Ого, не, мне, это мне рано. Учитывая количество народа, тут тоже рано. Пацаны, подешевле есть. Секретов, ну смотря что считать секретами. Много сюжетных квестов прикольных, много там всяких, я не знаю. Ну чтоб прям такой секрет. Немножко не тот тип игры, все-таки это ММОшка. В обычных финалках, конечно, секретиков побольше. Я могу, в принципе, Нуба Данжик сгонять по фану. Да, восьмой нормально. All open, same.
Боже мой. Не понимать. Ну, окей, сейчас разберемся. Я чувствую, он меня опять нагнет. А, я смотри. Повезло. О, мугл карта. Ну, давай сбегаем в данжик. Раз уж начал показывать. А, ну понятно. Повторяющихся карт нельзя набирать. Помяни, Боже, душу того хила. Блин, а мне же на хила не надо уже. Или надо, подожди. На каком у него открывается Stone Skin? А, ну как раз уровень. Ну да, как раз сбегать. Ну, в общем, жалко тех, кого я сейчас буду хилить. Ну да ладно, я сейчас минутку отойду и поставлю очередь. Ну, типа того. Так. Блин, попробую все-таки чатик прикрутить на экран. Или он нафиг не нужен? Как вы думаете, народ? Не, у меня не два модника, просто я сделал прозрачным, а он нормально чуть не хочет отображаться. А ну-ка. То есть вот такая вот фигня получается. Так, многослойные окна захватывать. Нет, тоже не вариант. А ну-ка, не двоится. Блин, ну получается вот такая блямба, мне это не нравится. Попробуем сейчас через картинку. Не, ну я-то вижу, но тут народ пишет с ГГ и с СК2, в принципе. А я отвечаю рандомно, так что... Не знаю. Блин... Ну, если нормально, в принципе, окей. Я сейчас буду ковыряться 5 минут. А то и 10. Да, я его прозрачным сделал, а теперь я не могу щелкнуть на настроить его. Рачат, он в Африке, рачат. Окей, давай тогда на СК2 проще будет. Как раз больше флуда в чате. Так. Блин, Duty Finder. Рулетка low level. Классная штука, дает много опыта.
Что у меня тут? Кура. Исуна. Поддамаживать я, наверное, не буду. Это у нас слип. А, беда. И рез. Ну, окей. Вопрос, правда, через сколько меня закинет? И где-то статус окно дьютика, а вот. Ну, хилов быстро закидывает. О, боже мой. Нубский ифрит по Duty Finder. За что? Это сюжетный ифрит, он легкий. Если боты не тупые. Ну, не боты, рандомы. Так, а еще у меня очень классно стоит чатик прямо поверх статус-баров. Ну, в принципе, на F1, F2, F3, я думаю, пойдет хил. Кто у нас? Тундас? Тундарас. А, вы смотрели заставочку? Ну, ловите нормальный щит. Игра такая, простенькая, она в принципе с классическим управлением. Особенно когда ДД еще не лезут под дамаг. Ну, паладином я точно не хочу пока лезть в Duty Finder на самом деле. А, привет, Фарадей. На лоу-левеле очень легкая на самом деле. И большинство обычных данжей каповского тоже легкая. Весь интерес начинается, собственно, на хард-экстрим прималах и на рейдах. До этого на изи. Ну, собственно, на боссах, как бы, таких. Вот типа этого, только нормальных, не сюжетных. Хотя они тоже по сюжетке требуются один раз убить, ну, не суть. Это изи. Если мы еще сейчас убьем вовремя коготь, нас не ваншотнет. ГКД тут на лоу-левел большое. Ну и в игре управление для джойстика проектированное, что вы хотели? Сверхсложность? Не, ну, я же говорю, на хай-левел боссах, в принципе, хардкорыч в определенной дозе есть. То есть, так просто одним пальцем тыкать тоже не получится. Особенно если ты там, ну я не знаю, какой-нибудь пугилист или... Ну, про танков не будем, ладно. Не хочу завираться. Зря, что ли, танка качал. Да, очень красиво. Лимит финишеры есть, естественно. Это ж финалка. Ну, типа того, что там драгун сделал сейчас. Кстати, самый халявный этот... дютик. Это лоу-левел прималы. Просто потому, что они очень быстрые. А ты получаешь очень много опыта.
У меня заставочки побед отключены, тут по умолчанию. Есть эти всякие анимации, типа там они стоят, радуются, ушами машут и так далее. Так, ну еще Гильдхест, наверное, раз уж начал. Кстати. Гильдхесты это такие лоу-левельные эвенты. Типа мини-данжиков. Без лута, но с хорошей экспо и монетками, когда в первый раз проходишь. Ну, на них, кстати, не так быстро попадаешь. Ну-ка, да. Ну, можем пока в триады сыграть. Ты про Blade and Soul? Ну, в Blade and Soul я когда-то играл, да. Мне кошководы понравились. Но я играл на пиратке. А если ты про легенды кунг-фу, то это говно. Зараза. Ничья. Ну, если бы еще сиськи были не пластмассовыми, я бы согласился. Но это не суть. Что у нас тут? Тупо нарезка мобов. Окей. Вперед! Рабы! Бейте в мое... Во имя меня великого! А, ну, я могу тебе линкануть скрин моего перса. Он довольно забавный. Учитывая, что это все-таки кун. Но почему-то похож на Тян. Ну, мелкий, естественно, крысеныш. А тут... Тут 50-й, по-моему. Ну, сейчас пойду Гильдхест. И поищу скрин. Блин, тут еще и Stone 2 недоступен. Вообще, я хила качаю только из-за кросс-скилла, Stone-скина для паладина, собственно. Тут от других классов скиллы можно брать при определенных условиях. А так я жду Ганнера, чтобы хотя бы одного ДД вкачать. Он будет в следующем большом аддоне.
3.0 вроде или типа того. Обещают на середину этого года, что ли. Когда можно будет вернуться, побегать, ДДшку покачать. Вот все-то ты знаешь, Рейнбоу. Привет. Ну пусть будет механик, согласен. У него кроме пистолета еще дроиды всякие стимпанковские есть. Чуваки, а? Давайте танковать будет танк. Ха, оказывается тут... Да нет, нормальный такой спойлер. Все. Эй, живи, 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 оп! Я сказал, живи. Ребят, да разберите его мобов. А, ну в принципе нормально. Или нет? У меня, между прочим, панелька с хипе под чатом. И меня это немножко смущает. Я классно его очень поставил. А передвинуть не могу, потому что я рак. И сделал его прозрачным. И не помню, на какую кнопку двигать рачат, зажимая. Шикарно. Танк не может нагрить моба, и он нагревает лансер. Обожаю рандомов. На самом деле, it's fine. Я тоже так развлекался на лансере, когда на прошлом чаре качался. А еще можно спереть с паладина пару скиллов и потроллить. Но когда я на танке, меня такие бесят. Это тоже файн. Ну я паладин по жизни, не знаю, вара не выкачал до сих пор.
В блюдечке забавно. Привет, Гринти. Карты, развлечения, шлюхи. Да, они самые. Судя по костюмам. Так. Это... Ой, боже мой. Саргатанас, по-моему. Почему? Ну, потому что здесь main community. Потому играем. Прям на ГГ, кстати. Время еще не кончилось. То, что я анонсил. А, не кончилось. Еще час. Один на Одине сижу. Так, чувак. Ну, раз пацанам танк не нужен, сыграем еще в картишки. Бывает. Эксаль. Надо сгонять по аттракционам еще посмотреть, что тут. Только монетки выигрываются или нет. Но у меня пройден, по-моему, только два или три босса из второго койла. Я сильно не увлекался. Мне очень лень было в консту лезть. Я в свое время на релизе наигрался в консте и навайпался, и меня это немножко зае. Плюс я уже хрен знает сколько не играю, месяц с лишним. Стримлю всякую фигню на СК2-чке. Блин. Ну, с рандомом, да. Да. Неплохо. Самая большая боль в моей жизни — это Good King Moogle Mog с рандомами. Вот. Ну и молчал бы. А, блин, а. Свинство.
Шиву я так и не прошел. Мне лень было с рандомами идти. Надо самому подобрать карты на самом деле. Мне не нравится то, что он мне в один угол всех попихал. Кланк, привет. Да, карточки ради этого и зашли, представляешь? Шива, ну в смысле нормальная. А поконкретней. Как босс неплохая. Очень неплохая. Видяшек на YouTube полно. Надо еще на гонке Чикобо сгонять, посмотреть. Ну, блин. Я с рандомами не пойду, я не знаю тактику, честно. Плюс я не играл хрен знает тогда. Сколько. И вообще я не очень. Но, блин, кому-то не нужны, а кому-то нормально, по фану. Какой гениальный ход. Вот свинья. А, добрые русскоговорящие рандомы. Кто еще тебя так от души обматерит? Ну или вообще в пати не возьмет, потому что ты ее не проходил. А нам нужно пати для фарма. Это же русские рандомы. Ты что, первый раз в ММО играешь? А как сюда пройти? Чикобо лифт? Окей. Никак. Из французского я люблю только вакфу и багеты. Свежие, с хрустящей корочкой. Ну и либо патийные, а не везде. Саргатанас. Мейн сервер русского комьюнити Саргатанас. Вливайтесь. Если вам опять не запретили регу. Хотя вроде давно не запрещали на сарге. Ну, все как положено, Кланк. Сначала там живут немцы, потом приходим мы. Ага. Ну, потому что они в основном эльфы. И рейргардены, и прочее. А я обычный хуман. Вообще, я делал низкого этого человека. Спецом. Кланк, ты что, принцесса, что ли?
Вот объясни мне, ты что, принцесса? Какого фига я должен ради тебя дракона убивать? Шантажер. Дракона, ну блин, я не хочу в этот, как его называют. Не, Микота, конечно, тащит, но я на прошлом аккаунте играл Микотом, поэтому... Хотите цыпочку женского рода возьму, а? Раз вы так баб любите. Грин, во-первых, сейчас свободный вход. Во-вторых, у меня у самого подписка не отплачена. Отстань. Забавно. Окей, проехали. Блин. Многоходовочка, да? Так, я не понимаю, я вроде бы... Где телепорт в этот? Я ж затюнил. Чё, опять лететь? Лавендер Фэнси, Мордоха, Каэртас. Блин, ну я же регистрировался. Где, в Ульдахе? А, точно, в Ульдахе. Я смотрю, у нас полный чатик великих трейдеров. Продам гараж, да? Там скрин с листиком не надо. Так, что-то я не понимаю, у меня пинг что ли начался? Опять на маршруте баг. Event cancelled. Да фук. Чё за нафиг, ребят? Интернет нормально работает. Мне там кто-то на карточный бой хотел что ли вызвать? Я не хочу. Да, на клаве. Почему нет? Это же ММО. Чё, ты предлагаешь в ММО играть на джойстике? Нет, спасибо. Блин. Реально, что ли, опять убила и на пинг? Поиграл, блин, финалку. Как пинг проверить? Я уже забыл. Спасибо, Никеси, я в тебя верил. Ну, собственно, да.
Танк, я понимаю, что ты очень воодушевленный фанат, собственно, аутентичности в финалке, но у меня не PS4, у меня комп. Так что отстань. Блин, а как зарегистрировать Чокоба? Непонятно. Типа у меня одноразовая или что? Чокоба. Что-то я опять упускаю. Не знаю, Грин, я только начал играть в эти карточки, собственно. Так что я вообще не в курсе, что тут творится. Нет, еще не смотрел. Я бы сейчас глянул, но меня как-то смущает. То, что у меня пинг выпендривается. На Билайне такое уже бывало. А если пинг высокий, то мне в этом рейде делать нечего. Где можно, конечно, послакать, как все остальные в рейде, но это как-то не путь джедая. Ну, блин. С какой-то стороны это даже хорошо, что он потный. Потому что настолько слакерство, как второй рейд... Ну, потому что это, типа, центр развлечений. Если баба не в чулках и не кролик, это, собственно, не true. Прикольные у них модельки. Да не прав. А скриншотик-то старый, Rainbow. Я с тенями играю. С какими тенями? А почему без теней? У меня с тенями 46-50 FPS в этом месте, например. Если FPS не проседает в жопу до 15-20, зачем отрубать что-то, как говорится?
Говорят, что спецэффекты можно подрубать. Что? Псих. Сглаживание. Ну, у меня есть мнение, что у меня до 50 FPS, до 40 проседает, потому что я, наверное, стрим врубил. И играю не как всегда в фуллскрине, а в фуллскрин виндове. На фуллскрине гораздо лучше игра идет. О боже мой, японцы, пощадите. Да я вот сижу думаю, я не могу понять, что там. Ну, в принципе, можно. Так, регистрироваться на гонку. Так. Ну давайте быстро пробежимся по другим аттракционам, посмотрим, что это за ерунда вообще. Смотрите, как я бегаю по кругу, очевидно, не очень интересно. Так, сглаживание, да, говоришь? А что у меня со сглаживанием? А по-моему, у меня нормально все со сглаживанием. Ну, вообще его отрубать я не хочу. Так. Понятно. Турниры по триадам будут. Да отстаньте от меня, не хочу я. Народ, как всегда, начал уже раскидывать дуэльки. Всем подряд. Понятно, это закрыто. Тут все по расписанию, пацаны, представляете? Внимание, тогда надо неплохо намайнить, чтобы во что-то поиграть. В это я играл. Вот это вот типа... Хозяин. Еще аттракцион вообще есть? Нет? Ну, это еще нормально. It's fine. О боже мой. Вау. Не ожидал. Я хочу вниз спуститься. Блин, ну Кланк, ну 50 оттенков серого же написали. А она хуже книги про кубики.
Авторша реально думает, что она по сравнению с японцами какая-то там извращенка. Наивная. Я точно еще какой-то аттракцион увидел. Что-то типа автомата по вытаскиванию игрушек. Да, называется «Мануал про накачку пресса». Тоже книги про кубики. Если не знаешь, то лучше не знать. Да фук. Слушайте, аутентичненько. Аутентичненько. Ну, не совсем. По-моему, в Майнкрафте их побольше будет. Ну понятно, тут тоже монетки таскаются. Мимо. Мелкий хочу. Так, где-то меня на ё. Понятно, опять мимо. Ладно, проехали. Ну блин, мелкий дайте. Опять мимо? Так, ладно, проехали, действительно. Ну, не Кейси. Я смотрю, ты любишь Рейргардинов. Или это эльфийка была? Да все они длинные. Ну, я же говорю, аутентично. Достаточно. Нет, я жадная жопа. У меня нет своего дома. Я даже комнату не покупал. Привет, овощной. Так, ладно. Это все весело. Но я, пожалуй, пойду посмотрю, что у нас там. Так, Four Keepers Said. Это Ampador Keep новый открывает явно. Ну, понятно, что бесплатное есть, но там ничего не поставишь. У нас есть гильдейский дом. Боже мой. Даже тут можно поиграть. Недорого. Не хочу. А ты что, заставочки хочешь посмотреть? Я, кстати, не помню, я доделал квесты на кузнеца или нет. Там такая пафосная заставочка идет. Блин, я прощелкал. Тупая привычка прощелкивать квесты. Надо чекобу своего забрать.
Не люблю на этом роботе ездить. Слишком он здоровый. Собственно, гильдейский домик есть. И там можно купить себе комнату за 300 тысяч. При желании, но я не покупал. Ее обставлять как хочешь. Ну или домик купить, но он дорогой. Я, кстати, не помню, с озвучкой или нет этот... Блин, как их называют-то? Какие-то так себе комнаты и не купил. Ожидаемо. Ну, то есть... Вон, можно даже в чьи-то комнаты заходить. Брэнфорд в репертуаре. Джакузи посреди комнаты. Ну да не суть. О боже мой, не Кейси. Где ты это все откапываешь? Грис, если бы было нехорошо, они бы запирали. Мне вот интересно, как бы это помягче. А почему он так Team Fortress 2 напоминает? Или к тебе будет приходить такой хэвик, и ты будешь ему готовить бутерброд? А если он ему не понравится, он тебе этот бутерброд сам засунет в рот, да? Ну да не суть. Хочу я ваши фейты. О. Я ханты на них что ли брал? Ну-ка. Я же месяц назад их брал. Ну, в принципе, бюллетени вроде не просрачиваются. А, надо же. Хант-марки на них. Черепашки! Сто 13 хил. Знал бы я к чему это. А у тебя есть аккаунт Clank? Slowpoke Smile JPEG.
Да, я сюда зашел в картишки перекинуться на самом деле. У меня тоже был аккаунт со старта новой версии, но потом прострелили колено евро. И что-то 900 рублей за месяц мне не хочется платить. Я вроде и говорят, есть сайты, где 400-500, но лучше в Steam-версию поиграю. Ну да, в принципе, да. Я же говорю, зайти поиграть в трипл триады, погонять на гонках Чокобо. Так, пофаниться. Я вам тоже сегодня побегаю немножко, а потом дальше в тип 0 на PS поиграть буду. Как-то мне оно больше доставляет. Ну, хардом Падора. Всю жизнь мечтал прорачить хардом Падора. Они не добавили high level поэтики солдери триалы. А, ну понятно, мне экстрим рулетку не откроют теперь, пока я все новые данжи не открою. Шикарно, я и забыл про эту фичу. For keeper's sake. И где... Блин. Ага. Ну понятно, теперь нужно один раз пройти этот данж. Ай, боже мой. Да, кстати, в Dragon Age все-таки можно поиграть. Учитывая, что его все-таки спиратили. Но я сначала финалку пройду хотя бы раз. Type 0. Достойный выход на самом деле. Короче, опять какая-то опасность из этого. Замка, бла-бла-бла. Много трупов. Великий герой! Много людей пошло туда и сдохло. Сходи ради нас туда. Всю жизнь мечтал. Ну, вроде есть пиратка, не? По-моему, была на ноунейме. Не, вот... Вот, Кланг, ты реально веришь, что какую-либо игру не сломают и не запиратят? Вот, seriously, в которой не нужен сетевой режим. То есть я понимаю, почему Diablo 3 нельзя запиратить. Это, по сути, ММОшка. Ну, не ММОшка, но сессионка, потому что все на сервере. Там стримить повылезал. Валерик Sword Art стримит. Опять ательеров будут гонять. Не. У меня от мимимишности в ательерах аллергия. В трехмерных. Я, наверное, буду смотреть трехмерных ательеров у Димы, только чтобы его троллить по случаю, и все. Как говорится. Окей. Почему нельзя? Я просто не в курсе.
Ну, значит, не буду играть. Два косаря за это платить я точно не стану. Так. Может быть. Или банальная синхронизация. Да, коварный план катить колесо. Согласен. Иди какая няшка. Говорят, что ли, это нефиг делать. Стоит фигню не маялся, не бегал. Хотя бы на самом деле мне бы в данжик сходить, но надо ли оно мне? Или лучше пойти дальше в триплет-триада играть? А вообще, по-хорошему, мне надо докачать хила. До 34-го, там осталось-то копейки. Поэтому я, наверное, сейчас спекнусь на хила и пойду в 32-й данжик. Как говорится, раз уж начал. Привет, Хар. О, блин, сбежал. Стой, курица. Мы тут... В ММО финалочку решили упороться немножко. Раз халявный ход, то почему бы и да. Так. Что у меня тут еще осталось? 80 тысяч опыта. Ну, на самом деле, не так мало. Еще бонус? Не понял. Они еще ограничения убрали? Я ж прошел уже. Окей. Мир полон удивительных открытий прям. Сейчас на секундочку отойду. Вернусь. Скоро. Так. Ну, если это какой-то ремейк, то почему бы и да? Вроде на PSP-шку выходил же ремейк. Или на 3DS. Ну, посмотри. Why not? Собственно. Так, а между тем... Где там начинаются квесты на третью часть башни-то?
сайтик. Little Lady Day. Слушайте, нехилый такой Логин Эвен. Целую неделю халявно можно играть. Даже так. Ну окей. О, обожаю местный музон. Вообще увлекательный геймплей хилом на лоу левеле. Стоишь, жмешь одну кнопку, пока пати не рачит. Теоретически можно поддамажить, но не обязательно. Танк мне больше нравится, он быстрее по нанже попадает. Надеюсь, они фул чистку не будут делать. Если какой-нибудь наркоман уже получил Чокобо за 3000 лайков в игре или нет. Тут можно рекомендашки кидать в конце данжа. И за 3000 рекомендашек получаешь уникального маунта. А вот постараюсь. Ты так и думаешь, почему я разговариваю сам с собой? Ну окей, окей. Не совсем сам с собой. Так и прям соглашусь.
Но я думаю, от моего прожатия лимит брейка толку не очень много. О-о-о. Отцовский пул. Не, ну в принципе, если он нормально одет, пофиг. Ну так и почему-то я в этом сомневаюсь. Не знаю, Никейси, я могу сходить в новые, но переться в них, не читая тактику, это интересно. Классический ДД нагрел на себя, я его хилить должен, а? Ну, как минимум, два данжика новых хардовых открылись. Они не то чтобы должны быть прям попобольные, я думаю. Ну, посмотрим, как быстро этот пройдем. Я просто стоун скин уже хочу взять на танка. И забыть про хила вообще. Я хилами не люблю играть. Ну, потому что танки жирные, у них неплохо стоунскин на них кидается. Но, правда, танковский стоунскин, он, конечно, тоненький. Чё тут прожимать? Никто не гуфается. К сожалению. К счастью, я еще не решил. Блин, а фул зачистка что ли? Пацаны, не надо, пацаны. Давайте без сундучков. Залезь вам эти зелья за 10 гилей штучка. Знаешь, Рейнбоу, он, наверное, это делает, потому что многие хилы не обкастовывают Тиму. Маленькое такое подозрение у меня есть. Что ленивые жопы. Ну, как я, например. Рейнбоу, за что такая искренняя любовь к французам? Неужто ты тоже вакфу играл?
Вау, such loot. И лут 28 уровень. А я запускаю не из Стима финалку, так что я не знаю, сколько я играл. Пацаны, пацаны, я же тоже могу поуешить. Потом срывать будете. Ой, этот low-level геймплей. Интересно, с примал Ифрита карта Ифрита падает? Или нужен экстрим? Две полосочки и три только в рейдах, Кланг. Я думаю, ты об этом знаешь. Ну, фулл пати, окей, не в рейдер. 8 человек тут что. Ага, один. Две полосочки на боссах появляются. Да, от меня ДД как с козла молока. А, с драконом 32-й что ли? Ну он веселый, но сейчас он легкий. Я помню его на релизе, вот там был Бадхёр. На боссах всегда появляется вторая полоска на ластовых. А в рейдах три полоски на лаз-боссах появляются и на промежуточных. На ДПС говно. Ты что, ДД, что ли, Кланг? Как ты можешь быть ДД? Фу-фу-фу. Ты же не элитно. Нужно быть танками и хилами. И не попадать в данж, потому что ДД в игре нету, да? Хотя пати варов тоже норм. Я хотел все укуриться и... докачать вара, одеть ему нормальную хотя бы 100-110 пушку. И в мародерском спеке пойти в данж. Посмотреть на лица народа. Но как-то не срослось. Ну, эту башню вторую. Слайкерскую. Танк, опять чатики путаешь, что ли? Не кейси. Или у меня ГГ отвалился?
И не свернешься, чтобы проверить, а? Ну-ка, ребутну часики. Никеси, пингани, пожалуйста, бегай. А, привет, Ридик. Все, теперь точно работает.